Пиздец. Ай, блядь. Ты заебал меня, ты серьезно, да? Ой, ёб твою мать. Блядь. Ну что? Да пидорас ты ебаный! Пиздец, ты зависаешь вот здесь и пройти хуй знает как. Пизда руля. Пидорасина, блядь. Ну во что ты, блядь, сука, на чем ты застреваешь, ублюдок, блядь? Охуенно, блядь, нахуй ты под нее залез, пидорасина! Ебать тебя в сраку, пиздец, сука ебучая, блядь. Чтоб ты, блядь, сдох в аду, сука, тот, кто, блядь, придумал этот ебаный нахуй его в рот ебать уровень, пизда с ушами. Блядь, всем доброго времени суток, я думал, я не пройду эту хуйню. Если что, я медь, отыщите дорогу через лес, через хуй свой дорогу отыщите, блядь. Как вы могли заметить, у меня задрана яркость просто, блядь, вот сейчас я вам покажу в дополнительных настройках, и только из меню можно сделать, как только заходишь в игру, во! Она задрана на максимум, без нее просто не видно, куда прыгать. Так еще и там постоянно надо прыгать вот с этим прыжком с приседа. И он постоянно во всем застревает, со всего падает, он прицепляется к каким-то объектам и дальше не лезет. А эта миссия на время, блядь, на этом движке делать вот такую хуйню. Я, блядь, месяц не хотел сюда возвращаться, и мне потом как вспомню вот этой хуйней сейчас мне надо будет заниматься. Блядь, пиздец, у меня жопа горит. И сохранений, конечно, никаких не будет, да? Че, пила не нужна нам уже? Ёбнуться просто можно, просто ёбнуться. Блядь, как же у меня жопа горит. Да, и я, у меня телефон разряжается, я вообще-то по-большому... Как открыть секретное оружие? Да похуй у меня, как открыть секретное оружие. Вот этим с Half... Да, это первый Half-Life, конечно, движок. Во втором такого не было. Вот с Half-Life-ским этим движком делать вот такую хуйню... Стоит взять с собой одну лампу. Nothing, лучше, чем ничего, но типа того. Фонарь-то возьми. Ветка дерева не то чтобы оружие, но хоть что-то, что можно использовать. Переносная лампа неплохо освещает пространство непосредственно вблизи от вас. Так, на единичку, на двушку. А. Ёбнуться просто, блядь, пиздец вообще. И сохраниться, говорю, мне здесь, конечно же, не дают. Нет, зачем? Короче говоря, у меня просто телефон уже разряжался, но еще завтра на работу, по большому счету, я... Ну, что-то мне так захотелось поиграть во что-нибудь, блядь, а что у меня сейчас про... Я сейчас, говоря, хочу уже в «Принце Персии», но у меня перед «Принцем Персии», я думаю, будет еще одна игра. Но она одна, не серия.
Так, судя по тому, что здесь валяется куча палок, палки ломаются. Я все еще до конца не выздоровел. Погода такая, что этому не способствует нихуя вообще. Просто вы понимаете, да? Вот сейчас вот если я проиграю, у меня же нихуя нету. Еще одна лампа, это заебись. Мне придется, блядь, проходить все это, сука, заново. А там еще прикол, знаете, в чем? Вот в конце, когда этот поезд, там лежит такая, типа, дверь. И несколько раз ты в ходе вот этого своего подъема, ты поднимаешься по дверям. И по ним он всегда залезает. Но в последней двери, которая, казалось бы, вот она прям лежит вот так вот полого, чтобы под ней можно было зайти и выйти наружу, в ней нет стекла, и он через нее проваливается. Он не может пройти по краешку. Он в нее проваливается, причем настолько, что ты не можешь туда больше вылезти, надо перезагружаться, блядь. А я напомню, что это все еще на время. Оказывается, надо просто по стеночке почему-то забраться. По стеночкам забирается нормально, все, заебись, да. Сука. А-а-а. Как же жопа горит, пиздец, у меня такого давно не было. Fear of Cry, блядь. Плащ страха. Плащ от моего разорванного Федрона, это скорее. Не страха. Бля, пацаны, можно сохранение, пиздец. Ну неужели вот разработчик вот этого мода ебаного? Я, конечно, уже понял, что он конченый мудак. Вот после вот этой сцены я уже понимаю, что этот разработчик, он мудак, блядь. Вот просто извините меня, но если ты вот нахуй на этом движке делаешь, блядь, момент с забиранием куда-либо и делаешь его еще, сука, и на время... Ну вот опять. И делаешь его еще, сука, и на время... Ну, ты меня извини, ну да, ты мудак. Мне уже по-другому тебя просто... Я хуй знаю, как тебя назвать. Ага, там была какая-то дверь, видимо, она не открывалась бы. Вот. Но неужели ты, ну ладно, ты сделал уже все, ты его не тестил, ты не смотрел. Кстати говоря, да, я просто почему жду сохранения, я хочу сохраниться и потом уже сделать яркость назад, как она была. Потому что это без выхода из игры нельзя сделать. Без выхода из игры полностью надо из нее выйти на рабочий стол. Опять ее запустить. У меня здоровья, как вы видите, еще очень много, естественно. И только потом эта настройка работает. Прямо из игры эта настройка не работает вообще нихуя. А, нет, все-таки работает дверь. Она типа была заперта изнутри. Че? Ну, наверное. А, нет. Это какое-то вообще другое помещение, окей. Короче, сюда в любом случае. Ладно, пошли. Ай, блядь. Ладно, для этой серии мы хотя бы есть превьюшка. Еще какую-нибудь рожу свою орущую найти, потому что начало это, конечно, ад. Как это можно в темноте пройти, вот с настройками в темноте по умолчанию, когда ты тупо не видишь, куда ты прыгаешь и за что ты цепляешься своей тупой башкой? Я хуй знает. Я вообще не представляю серьезно. То есть как это люди в темноте проходили? Я посмотрел прохождение на Ютубе, потому что я думал, может, я просто сделаю что-то не то. Ты чё, блядь, нахуй ты меня так пугаешь? Ну, типа, вот такими маленькими рывками, видимо, думаешь, что я два раза нажал. Вот. И там чувак тоже играет с выкрученной яркостью, потому что здесь не видно нихуя. Я бы, наверное, кстати, яркость сделал 2. Не 3, а 2. И просто интересно, вот эта вот кнопка сейчас... Вот здесь кнопка «Применить» не работает, надо просто нажать Enter тогда. Это, хотя подожди-ка, ну-ка. Ну, вот это чисто ради интереса, почему нет. Да и не 3, поставим 2. Блять, все это время это вот так работало. Ладно, окей. Все-таки пусть будет поярче. Дайте сохранение, блять, волки. Что же вы делаете-то? Я, конечно, пока иду на хорошую концовку. Она там зависит всего от двух условий. По-моему. В целом. Вот. Одно условие мы уже выполнили. Надо было убить этого. На крыше, когда мы со своей подругой виделись, там такая жирная туша вылетела. На шариках. Надо было его убить.
А зачем эти фонарики, которые можно подбирать, по идее? Они тоже, по идее, должны заканчиваться или что? Бля, я так надеюсь, что вот здесь, вот в этом месте будет сохранение. Не, ну больше палок, кстати, не попадается. Я сомневаюсь, что если... Так, вот сюда можно, окей, а тут что? Ага. Дайте сейф, пожалуйста. Сейчас вот мне больше всего нужен сейф. Спасибо, все. Ну, с другой стороны, конечно, они заставили меня поволноваться. Да хорош так дышать, как будто ты 20 километров пробежал. Ну да, конечно, на такой яркости оно все подгружается прям вот. Давай один сделаем. А и так все. Ага. Что это такое? Это так должна быть, да? Синенькая. Дверная ручка. Ну ладно. Хотя бы меня сохранили. По-моему, я знаю, как надо этого чувака можно задоджить, чтобы встреча с ним не произошла. Если я все правильно помню. По-моему, я про это читал. Какой-то бак еще. Да здесь все забагованное в говно просто. Что, вот во что? Вот все, пиздец. Типа есть хохма. Ну, не хохма, не знаю, как секрет, не секрет. Тихо. Блин, нижние пизды вообще. У меня назад же мне яркость задирать, правильно? Короче, я уже, поскольку, судя по всему, это сработало. Ага, вон там что-то черненькое белеется. Блять, эта музыка просто решила понаметать. По-моему, здесь, собственно... Ладно, я сейчас сразу загружусь. Насколько я помню, там, собственно, смысл в том... Да игра хорош, все, я уже перезагрузился. Ну ладно, пускай нам понагнетает. А насколько я помню, здесь смысл весь в том, мне, по-моему, она все равно немножечко что-то проебалась у нее. Ну, блядь, во что ты здесь упираешься? По-моему, основной смысл в том, чтобы на эту вот стрелочку... А, во. Как ее называют-то, господи? Короче, на вот эту вот штуку со стрелочкой нарисованной не вставать. А. Дверная ручка может мне пригодиться, чтобы открыть дверь. Давай. Вот, типа здесь надо было в панике все это найти. Но можно сделать так, чтобы этот чувак просто до меня не доёбывался. Я месяц почти ни во что не играл. Я еще одну игру записывал. Все еще не допрошел ее, но в стол писал пока что. Там с ней возникли определенные проблемы. Так, сохраняешь. Ау-ау! Че ты орешь? А, ты тоже проходишь уровень с поездом, понял? Понял, чувак, я тебе очень и очень сочувствую. Вот прям серьезно, без шуток. Это жопная боль, согласен. А, тебе нужен анусозаживин. Блять, какая же ты мразь. Ладно, это было страшненько, окей, согласен. А знаешь, в чем еще прикол? У него же сейчас нету как бы оружия, да? Но огнестрельного. А когда у него огнестрельное оружие, он при виде этой бабы может застрелиться. О. О. Ух ты, сука! Ух ты! А, ты вот так делаешь! Блядина! Бля, я забыл совершенно, что она так умеет делать. Точно, она же умеет так делать. Черт.
Я что-то запомнил, что она типа сводит меня с ума, а потом вспомнил, что да, у нее есть мелкий пиздюк, который торчит из нее и режет ножичком. Так, подожди, она отсюда выбежала. Значит, наверное, сюда можно забежать. Логично, логично. Ух ты, сука. По башке поленом-то получила. Или она прям сквозь стену? Да, блядь. Охуенно. Ладно, ладно, понял, заебись. Да, давай. Давайте будем заниматься этой хуйней, почему нет? Чё, блядь? Я же здесь, да? Чего? А, извините. Извините, все. Так, подожди, что тут? Может, что полезного было? Может, здесь жопа заживин где-то валяется, нет? Да подожди, нахуй эта комната нужна? Вот нахуя она? Хотя отсылка здесь на что-нибудь есть. У, щука. Честно вам скажу, не очень удобно с этой тварью сражаться. Ага, бежит, 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 бежит. Вау! Вот это заебись, вот этим вот это мне нравится, это прям круто, это прям неплохо-то. А, ну да, она ходит сквозь текстуры. Подожди, вот сейчас она не могла по мне попасть, потому что стена была? Или потому что я присел? Дайте чисто сейчас со следующего. Блин, они все равно пугают меня. Так, мать, иди сюда. Ага. Я такой, опа! Нет, она может бить меня снизу! А, туда я не пойду, я уже понял, что там мне не рады. Здесь типа что, надо найти самый оптимальный путь? Ух ты, блядь! Доп! Вот как ее доджить? Смотри, она бьет быстрее, чем я. Заебись. Вот это заебись. Вот это, блядь, мне просто очень нравится. Серьезно. Да не так, ну. Блядь, какое же говно. Abandoned building, да. Давай, abandoned building. Ага, давай, пиздуй сюда. Я хоть попадаю по ней? Ну, заебись, она, по-моему, попадает, а ей нет. Окей. Короче, я попробовал тренеры. Тренеры ни один не работают у меня. Хотя нет, еще один я сейчас там попробую, если что. Я нашел конфиг-файл, который, по идее, ну, типа, дает бессмертие и какое-то написано мощное оружие. Не знаю, что это значит. Но проблема в том, что бессмертие теперь не только у меня. Смотрите сейчас, где эта мать? И сюда. Но. Опа, какая прелесть, да, смотри. Ишь-то. Ага. Все, я пошел. Идите нахуй. Так. Но я конфиг. Там просто заменный конфиг файла все это делается. Я этот конфиг. Подожди, а как тебе? Да уйди ты. Ну-ка, ты тоже бессмертная? Я думаю, что палка у меня какая-то не та стала. Я поменял, но. Давай попробуем чисто палку. Чего? Нятищука. Да, окей. Дверь закрою большим тяжелым ящиком, мне его не сдвинуть. А, окей. Оп. А что делать? То есть, мне подразумевается, что мне надо этих убивать, всех созданий, да? Короче, конечно, сейчас куда-нибудь дойдем, и я конфиг назад поменяю. Да, ладно, матери сюда. Я же мати. Правда, туповатый мне. Ну вот так вот увлекательно мы играем в Cry of Fear, да. Пропустите, девки. Девки! Девки! Девки зажали меня в углу.
хули я тут должен делать? Я в душе не его. Я пробовал выкидывать, брать другую палку. Ничего не происходит. А может, ты ее можешь разбить? Девки, помогайте, у меня не двигается ящик. А, я понял. Так, окей. Значит, мы сюда пройти не можем. Я понимаю, что атмосфера от какого-то страха, она идет по пизде. Ну, типа, ну да. Там еще одна. Я не могу их забить, потому что они мне, ну, я имею в виду с нормальными конфигами, я не могу их забить просто потому, что они меня убивают сильно. А, подожди. Ну, дай, ну, чё вы такие, это, дайте-ка, ну-ка, пацаны, опа, опа. Ах ты, сука, ну, иди сюда, давай, давай, угу, так, угу. Причем там есть всякие, знаете, там в трейнеры бывают, типа, убийства с одного удара, что-то еще. Вот не на... А, подожди, ты вообще, в принципе, сюда не можешь вылезать, окей. Просто это куда ведет-то? Нет, бомба туда, в принципе, вылезти не может. Это палка. Ага. Так, вот здесь еще какой-то этот. Ага! Кажись, я что-то нашел. Кажись, я что-то нашел. Это что? Бля, это тот же самый дом, да, из которого я пришел? И бак, как я люблю эту игру. Она просто охуительная. Лучшая. Это лучшая игра в истории. Так и запишите. Еще какой-то настолько... О, еще одна бледина прибежала. А, ёб твою мать. Дропли? А как? А как я дроплю? Что-то острое, чтобы перерезать веревку. Девки, а можете перерезать веревку? У девахи, ну чё вы, блядь? Девахи, ну ёбаный свет, ну их, ну вы уже втроем на меня лезете и даже не можете мне помочь перерезать веревку, что вы за люди такие? Опа, опа, хоть скриншот с вас понаделаю. То есть где-то здесь мне надо найти нож, что? Или типа я должен убить одну из них и с них выпадет нож? Если так, то как бы миссия провалена. Потому что теперь они по какой-то хуйне умирают. Да идите вы в пизду, что ж такое-то? Это, наверное, лучшее просто видео по этой игре на просторах интернета. Так, ну туда я не вернусь, но там ничего... А что делает? Здесь буквально нихуя больше нет. Ага. Да-да-да. Так, ну вот... Единственное, остается вариант, что в этом доме... А, это другой дом. Это другой дом. Все отлично. Так, ветки, ветки. Ветки, елки, ветки, ветки, палки, палки. Девки, дайте ножик. Опа, мое. Так, ножницы, правая часть. Им не получится перерезать веревку. Нужна вторая половина. Ага. Ну, хотя бы, ладно, я хотя бы уже что-то нашел. Это уже неплохо. Так, это вниз. На всякий случай сейчас все проверим, чтобы... А почему тебе не получится одной половины ножницы разрезать? Это типа ножницы, когда половина, это как ножик, понимаете? Чтобы... Ваш кэп. Девахи, ну дайте ножик, поделитесь. В принципе, вы можете сами разрезать веревку. Я же вообще не против. Или что, тут где-то есть еще один дом? Красиво девки пляшут. Уйди. Опа. Эть. Ебая ловкач. Так. Да, блядь, что ж такое? Моя мышка цепляется, сука. На, положи тебе телефон на мышку, чтобы она никуда не цеплялась. Ну, провод, в смысле, мышки. Так. Так. Вот они его... Ага. Или это та же дверь? Так, стоп, это сюда. Где нож приныкали, бабы? Сознавайтесь. Ой, нож, ножницы, в смысле, вторую половинку. Э? Опа! В смысле инвентарь полон? Ты дурак, а куда там все... Бля, он еще и рюкзак проебал. Вот он, долбоеб, а. И вот что я должен сделать? Ладно, давай тогда выбросить. Бабихин, подождите. Долбоёб.
Один. Теперь мы такие раз взять. Дайте я пока уколюсь, пока вы меня шпилите. Оу, я, бэбэ. О, гад, that was awesome. Две. Оп. Продолжим. Я теперь сходи, смотри. Уйди. Уйди нахуй. Ебать, за мной толпа уже носится. Они все тут собрались. Ну, видите, шприц я не заметил. Значит, возможно, где-то здесь... Сейчас будем тыкаться носом во все. Я просто надеюсь, что она где-то. Ладно, давай. Ага. Забайтил, бабёх. Забайтил. Блять, в жизни бы за мной так бабы бегали, а? Ну, хотя, если за мной будут в жизни точно так же носиться женщины с ножами, с ножами. А, ну подожди. Оп! Доминируй, властвуй, унижай! Какой мерзкий спермобак. Унижаю женщин. Девки, вы не помогаете, вот серьезно, вообще нихуя не помогаете. Вы либо не мешаете, либо идите нахуй отсюда, вот серьезно. Не, ну здесь я нашел одну половинку ножниц. Просто вот где может быть еще половинка ножниц в этой игре? А где бы я спрятался, будь я половинкой ножниц? Возможно, въебали одно из этих баб. Ладно, все, я ушел, понял. Так, но он говорит, что не получится перенос. Ну-ка нахуй, разошлись все. Так, ладно, давайте, значит, начинаем читерить. Бам. Не, вот можем вот этим вот ограничиться. Так, три, буцк. Опа. Чтобы хотя бы что-то видеть. Возможно, оно где-нибудь тут валяется. Смотрите, это такая игра. Валяться это в хуете, может, где угодно. А, ну вот теперь сразу видно, что здесь все 2 на 2 метра. И заблудиться в этом невозможно. Если ты, конечно, не Саша Кондрашов, который проходит игры под запись. Это... Опа! Потусторонний паркур! И инвентарь полон, естественно. Так, палку выбрасываем. Опа! Баба, отойдите! Блять, не мешайся ты, сука! Уйди! Silence! I kill you! Так. Этим не получится. Так, теперь взять, собрать и вот с этим. Возы. Так, а теперь чем? Собранный нож, теперь смогу перерезать на веревку. Заебись. Верните мне мою палочку, пожалуйста. Оп, все, мое. Оп. Так. Два. Гуч. Оп-оп. Че это? Ага. А, здесь была другая палка, окей. Найна. Как это можно, опять же, по-нормальному пройти, я вообще в душе не ебу. Не, ну, конечно, можно, типа, успеть как-то пробежать. А хотя как я пробежу? Че это? Я хотел сначала сказать, что можно, наверное, успеть пробежать. Как называется? Дропни. Спасибо. Я пошел. Спасибо. Всего доброго. Счастливо оставаться. Опасайся деревьев. Че, Evil Dead начался? Так, за настройки. Дополнительно. Давайте поставим единичку назад. О! Теперь можно сделать скриншотик. Так. Ну, хоть узнаем. Ну, сука. Ну, дерево, блядь, на тебе. На тебе. О! Что-то я это тупанул. Блядь, я даже не знаю, сколько все по времени идет. Ну, хотя бы примерно. Примерно 43 минуты. Надо бы уже заканчивать. Ну, это как не серия, а хуй пойми чего. Поэтому давайте мы сделаем сейчас вот так. Сейчас один момент. Я сохранился ведь, да? Так, ладно, я что-то сначала посмотрел. Я думаю, может быть, там проставляется, типа, здоровье и... типа урон в этом скиллах. Я подумал, может быть, где-то стоит. Чего? Что так ярко-то? Один вроде. Ладно. Я думал, может быть, там где-то случайно поставили этим врагам ноль здоровья, и поэтому, типа, ну как их убьешь, если у них... Ой.
Извините, я все пропустил. Ну, допустим, вот так. Знаете, поебало. Так, и тебе поебало. А чё опасаться? Да иди ты нахуй. А чё опасаться-то деревьев? Не меня же на них вешают. Подумаешь. А, это наносит типа мне урон? А почему мне урон наносится? Слышь! Ну а тебе поебало, говорю. Нихуя себе. А чё это? Всё? Всё сломалось нахуй, да? Да пошла ты в пизду! А можно как бы это... А, может, типа их тоже надо? Может, это враг? Блять. Ну-ка. Дай я просочусь. Мать. Блять, ну тебе-то нормально, ты тут зависаешь. Тебе по кайфу. А мне-то вообще не по кайфу. Ебать, не пизды вообще. Не, походу, мне туда и надо. Почему у меня здоровье отнимается? Это враг или что? Это друг или враг или так? Ладно, давайте попробуем. Сейчас вообще без проблем. Так, все, я поставил назад весь конфиг. Все как бы нормально. Все это, давайте посмотрим теперь. Так, я шел куда-то туда. Че? А, там пацаны, да. Которые женщины. А есть какой-то способ определить, с какого дерева на меня напрыгнет эта ебень? Ебень. Вот, по-моему, отсюда где-то напрыгивал. Блядь, страшно. Да нет. Ну, если бы она наносила мне урон, то она бы и дальше наносила мне урон. Да почему у тебя здоровье-то отнимается, лох? Пет ты такой. Я просто не понимаю, каких деревьев мне опасаться? Вот этих? Так, ну-ка стоять, пошли назад. Да, вот это дерево. Ну-ка, о том. Ну-ка, назад. Ага, все, понял. Все, мать. Иди нахер отсюда. Ой. Да пизда ты с ушами, что ж такое-то? Вот и чё. Иди нахуй. Так, это вроде безопасно. Ну, щука. А куда идти-то? Угу. А, ну, в принципе, да, можно так. Здесь, конечно, коридорки такие. Опа! Да, заебись. Что ты делаешь? Вперед! Щука. Так, ну и что? А что вот с этой-то делать? Вот эта тварь сейчас вылетит здесь. Ну. Ну давай. Алло. Тук-тук. Нак-нак, мазафака. Блять, я ничего не понимаю. Ой, Господи Иисусе. Жили у бабуси два веселых гуся. Ели что-то, пили смузи, Господи Иисусе.
что в прошлый раз случилось? Она же мне дверь разбила. А? Окей. А здесь, по-моему, тупик был, да? А, что вот эта дверь? Я не понял, а так... Чё, блядь, происходит в этой игре? Что это за хуйня? Почему она такая забагованная? Здесь еще будут эти повешенные? Чтобы я знал. Наверное, будут, конечно. Что, ни одной маленькой локации, что ли, ограничится? Нет, конечно. Просто мне особо понятно, какого хуя у меня здоровье от этого. Я понимаю, если бы они были, это были бы повешены, а-ля как в саферинге, знаете, такие вот, которые, ну, прям, ну, как бы это сказать. Ну, да, вот такие, да. Я это имел в виду. А повешенные, которые как в саферинге, ну, типа, они дерутся с тобой, это враги, они просто на веревке подвешены с потолка. Ну, залей! Я понимаю, что тебе туда не хочется идти, а кому хочется? Мне, что ли, хочется? Вот. А этот, ну, висит. Ну, ты испугался хорошо. Ух ты, блядь. Вот это да. Или что, типа, от того, что он пугается, у него теряется здоровье, что ли? Какие приветливые места. Ну, ладно. Кому палки по ебалу съездить, я могу. Только, ребят, по одному. У меня очень мало палок. Если очень попросите, могу даже кинуть палку. Хотя там вокруг меня столько женщин сейчас бегало, и никому палку не кинул. Эть. Ай! Вот, вот молодец, да? Вот он так берет, с них спрыгивает с этих хуёв. Смотрите, что творится. Опа. Так, нашего героя что-то опять, по-моему. Может, ты слезешь? Главный герой. Ага, спасибо. Да иди нахуй! Что ты долбишься? Понял. Все, все, я вас отпустил. Естественно. Не то. Deep Forest нужен. Ой, сука. Так. Каких деревьев я должен опасаться? Все еще не понимаю. Вроде вот этих. Ну да. Ну как их понять и отличить? И простить? Я не знаю. Ладно. Да, блядь, как я шел-то? Вы не помогаете, граждане. Вообще ни разу. Че? Так, я сейчас что-то это. Я что-то это, сейчас, погодите. Ну, как бы, вот, вот, вот. А. Ну, да. А что он задевает? Она как бы говорит, вообще похую. Так, стоп. Около этой мертвой бабы я уже был. Ага. Уч. Фу, пиздец, как страшно, да, ужас. Да ты тут откуда? Я шел, в прошлый раз тут не было никого. Ах ты, сука. Так, я просто не понимаю, тут сохранение где-то я проебал. Там, конечно, не такой большой кусок уровня, но... Типа каждый раз, ну, каждый раз его пробегать. Бля, серьезно, здесь нет сохранений. Да, эта серия будет очень длинная. Ну просто в ней же ничего не произошло вот вообще. Угу, спасибо. Я реально что-то не понимаю, а можно сохраниться там, я не знаю. Там загадка дальше несложная, но дело как бы не в этом, а в том, что, блядь, это игра, где всякие прыжки и прочее сделаны настолько охуенно.
Оп, 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 оп. А, возможно, так и задумал, что я типа такой весь отпрыгиваю со всех сторон. Бля, ну реально, ну почему сюда нельзя было кассетник положить, а? Это уже быстрее. Окей. Ух ты, сука, ты смотри, а? Ручки вспотели сразу. Это как вообще? Это я сейчас угадал? Провалился в нужную дырку? Но! Но! Дверь! Отсюда. А, они вот такие. Угу. Блять, какая же душнина пошла, я ебал. Причем вот реально я просто не понимаю, вот эти вот создания, от них как уворачиваться. Вот здесь, вот с этого дерева падает мертвая женщина. Хорошо. Угу. Ясно, понятно. Да ладно. Можно, оказывается, не зацепить ее своим ебальником, да? Так, теперь где-то вот. И проблема в том, что я вот не вижу, допустим, где вот, вот это дерево, где оно, а? Сука, не видно ни пяжды. Она придумывает своих хорроров, потом ебутся в жопы. Так, ладно, окей. Так, здесь нету. Это мы уже выясним. Здесь тоже никого. Здесь тоже никого. Сейчас прям по стеночке надо пройти. Ой, вот это сейчас по-царски было. Все, я прям за... Все, это, конечно, победная, как говорится. Это победная катка. Прям зарашил. Давай пробежимся. Здесь, конечно, душнина идет. Ну, вот по вашей... Запрыгнем, блядь. Конечно, видите, по большому счету, ну залезь. А получается, что. Что получается-то? Здесь по большому счету получается, что идти-то, в общем-то, недалеко, да, поэтому делать черное сохранение. Ну, здесь раншотающие двери, но. Ну, кто так делает? Давай. Оп, оп. Оп, 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 оп. Ну, поехали. Два раза прыгать. Ну, короче, походу тут здесь нельзя задуть. Ну что ты за создание вот такое мразотное, а? Вырви ноги, пиздоглаз.
Так. Сохранение. Сохранение. Ну, ребят, мне заканчивать как бы надо уже. Дайте сохранение, волки. Что ж вы делаете? Так, окей, я вышел. Я осмотрелся. Я не вижу сохранения. Не, я, конечно, понимаю, что игра надо мной угорает. Ну, это очевидно, это понятно, мы все это понимаем, это хоррор, он над тобой вообще издевается, это как бы логично. Текстуры глючат, дождь идет, кстати, на улице тоже дождь идет, атмосферка, все дела. Кстати, что-то мне все это напоминает, опять же, кто Afraid of Monsters прохождение смотрел. Только мне интересно, а вот если... Че? Блядь, а быть того не может, там была длинная секция, почему нет после нее сохранения, что за бред? Может, я опять проебался? Да нет, нету. Сохранение здесь уж чё-чё, они всегда на виду кладут, чтобы... Ой, господи, ладно, пошли. Правда, в Afraid of Monsters там все было просто и понятно, там просто были пароли. Ага, доктор, наконец-то. А здесь паролей нету на эту игру, блядь. Доктор, если ты меня оставил сохранение, я прям расстроюсь. А он не оставил. Он не оставил мне ни выбора, ни сохранения. Ты погляди меня. Что ты за человек такой, доктор? Ну, доктор, ну как так? Мистер доктор, доктор кто? А? Господи, это все на больных Мюнберг. Хоть не... Шу, какой-нибудь там... Мюллер. А, ну окей. О, там уже вопли. Ну, меня там уже ждут со распростертыми, блядь, объятиями. Пошли, конечно, чё бы нет. В госпиталь для душевной ебать их в рот больных. Слава тебе, Господи. Все. Давайте на этом серию заканчивать. Какой-то полный пиздец, если честно. Все ссылки в описании. Проходите, подписывайтесь, вступайте и так далее. Всем всего доброго, играйте в хорошие игры и всем пока!